Всем привет! Это полезная программа, и это значит, что в ближайшее время вы совершенно точно проведете с пользой. Рецепт первой докторской колбасы, запущенный еще в 30-е годы прошлого века, включал в себя только натуральные продукты. В него, согласно ГОСТу, входили свинина, говядина, молоко, яйца, сахар, соль и мускатный орех. А какие продукты производят сегодня строго по правилам советских ГОСТов, расскажем в сюжете далее. До сих пор многие россияне ностальгируют, вспоминают, насколько качественными были продукты в советское время. С нынешними не сравнить, ведь тогда огромное значение уделялось ГОСТам, и они действительно подтверждали качество. Но если в то время государственный общесоюзный стандарт был обязательным, то сегодня для производителей это дело добровольное. Поэтому особенно приятно видеть на прилавках наших магазинов продукты, сделанные по классическим стандартам и маркированных привычным знаком. ГОСТ для пельменей регламентирует строгий состав. В пельмени должно не входить ничего, кроме говядины, свинины и лука. В данный продукт входит говядина, свинина, лук и соотношение фарша и теста 60-40%. И тесто, и начинку готовят из фермерских продуктов, используя вот такие серьезные аппараты. Формование уже готового пельменя происходит автоматически, поэтому фактор человеческой ошибки отпадает. Кстати, финальная стадия приготовления полуфабриката – шоковая заморозка. Это, пожалуй, единственный метод, который не вызывает изменений химического состава и структуры продукта. Покупая продукцию компании «Олимп», можно не сомневаться, вы покупаете продукт, который соответствует всем международным требованиям и безопасности и качеству продукта. Пельмени домашние от «Олимпа» сделаны строго по ГОСТу. Надо брать! Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. Ну а еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. Пока!